такая сенсорная панель на этом Hyundai. Торпеда очень мягкая, обшита кожей. Бока тоже все в коже. Вот такие стеклоподъемники. Коробка автомат. Вот такие классные эти Hyundai. Сенсорная панель. Ручник кнопочный. Вот такой новенький Solaris нового поколения. Ах да, забыл сказать, самое главное, 3,2 на сотни разгоняется это Solaris. 3,2. Тапку в пол. 100. 2,8 даже показала по секундомеру. 2,8. Solaris едет. А? Не преувеличивай? Да. Ну, 2,7, да. Я просто округлил. Everyone's got a CD or a mixtape. Come what happened to the fans? Stands it empty and misplaced. The people aren't buying. Внезапно закончилось топливо. Less bass and a little more treble. You say you're gonna blow, but what makes you so special? And half of you acts I can't get past the surface. Master your crap before you put it out for purchase. It's worthless if you don't invest in yourself and worth more. Тормознутые лифты. 3 часа ночи. Папка приехал с работы. Сейчас Тазик будет папку встречать. Вот как боксерчики встречают своих хозяев, да, Тайсон? Не, девочку, папку задержался. Совсем поздно сегодня приехал. Тайсон кушать хочет, писать какать хочет. Ты моя лапонька, боксерка моя. Боксерка моя. Играется еще. Играется он еще с папкой. Скажи, давай быстрее одевайся, пошли гулять. А папка даже не будет переодеваться. Прям так сейчас. Ошейник наденем, Тазик. Бери ошейник, пошли куда. Где ошейник? Ошейник бери, Тазик. Бери ошейник. Молодец. Че, Тазик, банан хочешь? Ты банан хочешь? Коллега, банан надо почистить. Его так нельзя кушать, Тазик. И моя зайчка, и мой хорошенький, пошли гулять. Открывай давай. Открывай. Hey, listen, I have a record I want you to play. What's this? $15. It's a burn CD, man. It's not even your beats, dude. Raps ain't even on point. Nah, man, no. Тазик, помаши друзьям нашим ручкой. Скажи, 4 часа утра. Ребятки, вставайте, подъем, хорош дрыхнуть. Идите с собаками гулять. Папка вон приехал с работы. Сразу пошли гулять. Уже 1.5 часа гуляем. 3 часа был рассвет, мы вышли. Сейчас уже 4, чуть больше. Мы до сих пор гуляем. А что, прикольно, никого вообще нету. Хорошо. Сейчас пойдем на озеро, искупаемся. Потом к дому пойдем потихонечку. Сегодня на работу поехал где-то часам, часа в 3 где-то, да, в 4 дня, можно сказать, даже вечера поехали на работу. 2 машины сделали, поклеили,
Вот получилось примерно до полтретьего. Это мы где-то приехали часов в 6 на работу, наверное. В 5 приехали. Получается 5, 6, 7, 9 часов, 2 машины. Быстро мы фигачим. Тазик, ты видишь, что написано? Где ты гуляешь? Тебе здесь нельзя гулять, пес. Деловой. Скажи, утро. Утром можно. Да? И потоптать можно помидоры с огурцами. Смотрите, как красиво утром. На озере. Все спят. Помните это окошко? Там живет собака. Тайс, он уже ее чувствует. Но мы не будем ее будить. Время 3 часа 4-5. Вот, услышал. Проснулась. Разбудили Тайсу. А, ты не лай? Пойдем, Тайзик, пошли. Пошли, Тайзик, пошли. Все, молодец. Все, пошли. Хорошо. Да. Ой, хорошо. Да. Да. Ой, ты мой боксерчик. Вот ты мой боксерчик. Сейчас закапывать будет, смотрите как. О! Ух, всех разорву, порву нафиг. Ну-ка, держите меня семеро, да, Тайсон? Ух! Ух ты! Ух! Все, пошли. Пошли. Все, она все поняла. Она просто она тебя, Тайсон, не узнала сразу, что это ты. Все знают, что ты здесь все решаешь, Тазик. Молодец. Хозяин на районе. Пойдем гулять, Тайчка. Ты моя сладкая? Папка вчера искупал Тайсона. Тайсон чистенький такой, гладенький, шелковистенький. Шерстка блестит. Тайчка, ты спать хочешь, да? Может, погуляем пойдем? Папка поздно с работы вернулся. И до 4 утра гуляли. Все спят, а мы гуляли. Теперь вот Тайсик спит, а время уже 12, Тазик, вставать надо, хватит дрыхнуть. Пойдем гулять, Тайсон. Заяц, ты мой заяц, заяц побегает. Такой классный, мне так нравится, когда Тайсон чистенький. Но когда его постираешь хорошенечко, всего полностью, шерстка такая шелковая, гладенькая становится. Тазик сразу пахнуть начинает. Но часто купать нельзя. Мы вот последний раз месяца, наверное, 3 не купались, да, Тайсон? Пап тебя не мыл.
Полностью. Давай, вставай, Тась, пошли гулять. Вставай, погуляем. Че дома сидеть? Погода хорошая, пока дождя нету. Пойдем погуляем. Опа! Вот мы и на улице с Тайсоном. Где Тайсон? Вон он. Идем на площадку. Вы какой страшный, ты делаешь ничего, что? А у вас мальчик? Да. Значит, нормально. Однозначно хорошо. Что-то у него глаза стеклянные. Да. Ну давай. Все равно ты в наморднике, ты нас не съешь. Тайсон, Сирун, давай догоняй. Что за прогулку? Раз шесть уже посрал. Ну и Сирун Тайсон сегодня что-то никак просраться не может. Эй, Сирун, догоняй. Сирун, надо было тебе погоняло Сирун дать, Тайсон. Сирун. А, Сирун? Посрал? Все высрал. Мы тут малину с Тайсоном кушаем. И Тазик попросил добавки. Она такая мелкая, что-то. Вся. О. Не видите малинку случайно? Не подскажете, где малинка? Пошли, Тайс, папка собрал. Тайс, ну понравилась малинка. Давай, давай, назад, двигай. Давай, сиди. На. Слушай, ай, Тазик, вот ты обжора, малину любит, а? Все, больше нету слюнявый такой, слюнявый Тайсон. Вкусно? Пойдем. Пошли. Тайс, я больше не пойду за малину. Она мелкая и колючая. Пошли. Давай я тебя научу собирать малину, будешь собирать. Корзинку дам, утром тебя сюда приведу на поле, а вечером вернусь за тобой. Нам что, туда, да? Голова у моего брелка отвалилась, я его хочу здесь оставить. Кому-нибудь пригодится. Можно, конечно, приклеить, но что-то не хочу заморачиваться. Пойдем, Тайс. Тайсон увидел кошака. Все. Прямым ходом. О. О. Вот провоцирует, да? Смотри, собака. Тянет, тянет. Смотри, кошак. Провокатор хренов. Убежал бы куда-нибудь в кусты, и все. Нет, он будет провоцировать собак. И бежать впереди, да, Тайсон? Чему хорош? Пошли. Подружка, подружка. Привет. Охотник, ты что так охотишься, Тайсон? Тайсон, Тайсон заяц.
Привет, привет, давно тебя не видела. Далеко загуляли к нам. А? Далеко гуляете. Мне еще сейчас прогулки. Мне же эту привезли, она в аренде была. Сюда. Раскормили, блядь. Прям сил никаких. Еще я даже повязать не могла. Сейчас на похудение. Это же у меня Анька. Анюк, ты чё? Сейчас щенки у меня. Да, уже. Ну, своим в этом выставила. Много? Да, там США. Там это алиментные щенки я забрала. Угу. Вот. Продаете? Да, да, на продаже. И сколько там стоит? Сука, посмотри. Там, короче, там есть девчонка. Где? У меня. На Авито? На Авито я выставила, да. Короче, 5.05 рождены, 2 месяца. Кобель шедевральный. Хорошие, да? А? Хорошие? 11 килограмм в 2 месяца. Ну ты Антон-то знаешь. Да, он большой. Антон такой. Дед по этому помету, а это бабка по этому помету. Антон красавец. Ну, такая сука, посмотри. Таких голов вообще. Да? Конечно, от него? Она бабка. Ее дочка в Германии родила щенков. У меня на совладение. Угу. Вот. Актировать по договору. Они сюда приехали, всех щенков. Кобеля выбрала себе, оставила все уже. Владелица кобеля. Но она сразу была на отмеченной. Вот. А этих 6-7 щенков было. 3 кобеля и 4 суки. Короче, остальных 6 мы разделили пополам. Я себе, естественно, выбрала лучше. А эти уехали, все. Их нет. Угу. Они там себе оставили, то есть, короче. Даже очень щенки шедевральные получились, хорошие. Ну, с этих она и дает. И сколько стоят щенки? Короче, суку 40. Я отдам одну девочку. Одна девочка очень крупная будет, сука. Черная. Вот. 50, а кобель 60 пока. Mm. Кобель весит 11 килограмм. Два месяца. Ну какой кобелек-то? Большой будет? Да красавец! Как Антуан, да, наверное, будет? А? Как Антон будет? Да. Но у него грудак вот такой, там медведь просто. Тась, клапку подними. Подними лапку. Очень красивый. Тась. Кобель лапу шедевральный. Подними. Вторую подними. Тась. Подними вторую лапу. Тайсон, вот, пока, лапу ну, а подними. Ну видишь как? Я в принципе, молодец, хотела бабки. А-а. Я говорю, слушайте, потому что я знаю, что в этой гребаной России... Хер что продашь. За копейки. Конечно. Вот. Я говорю, давайте. Нет, мы договорились туда-сюда. Вот они одну суку там продали, черную, я знаю, что они уже ее продали. Одного щенка. Они за 2500 евро продали. Ну там цены, другие-то цены. Ну я тебе говорю, я говорю, ребята, говорю, да ладно, бог с вами. Давайте, говорю, хотя бы... По 1000. А что, вот если бы они там этих собак продали, а вам бы деньги переслали бы? Там-то проще продать-то. Я тебе говорю, это пиздец. Понимаешь? Конечно, такие. Говорю, разница говорю, очень большая. По 1000 евро, вот за хотя 1000, бы, да. Они бы себе там наварчик бы сделали и все. Нет, у нас вот такой, это немцы не видели. У нас вот такой договор. Я сразу въехала, что здесь-то я их не продам. По такой ну, цене, продам, но он не по такой цене. Да ты чё? Продать-то продам, но звонков до хрена насчет кобеля. Да. Ой, чё так дорого? Я говорю, вы знаете чё? Говорю, а почём они вообще? По 50, а? Да? По 60 будет в основном. Ну, вот я так и продаю 60, кобеля. А больше я не продам никогда. Ну да. Так я оплатила половину, мы ж всё пополам. Угу. Я говорю, ребята, я уже сразу въехала, что это мне вообще не выгодно. Я говорю, давайте, говорю, по 1000-3000 евро и продавайте сами. Ну, да. Нет. Ну, привезли. Актировала по своему питомнику. Вот. У меня уже на ше этот помет. Это вот кобель Шидар Антарис из галактики Альфа. Вот. Шо, суку я назвала это Шанель Муар. Из галактики Альфа, а третью я не помню уже. Но я выбрала, они там мне все сували, там одну девочку. Я говорю, не, ребята, говорю, вот это вот вы теперь сами продавайте. Угу.
говорю, я буду выбирать то, что я считаю нужным. Это вот хитрожопый получается. Я говорю, нет, ребятки, если уже вы приехали, то выбор будет по-моему, а не по-вашему. Я говорю, я вам предлагала, пожалуйста, у вас 2500 евро, могли бы продать, отдать мне косарь за каждого. И до свидания. Вы же приехали, значит, при таком случае, то значит это. А ей искупаться надо, вон в озере там. Там эта тетка какая-то жирная плещется. Я не могу. Бояться. Ладно, мы пойдем. Она бы с удовольствием поплавала. Все, пошли, Тайс. Ну, в Авито, да, все? На Авито, посмотри. Хорошо. Да. Все. Там написано объявление. Галактика Альфа предлагает алиментных щитков Мифал. Все, пока. Понял. Пошли, Тайс. Че сидим? Кого ждем? Давай, вперед в ванну. Молодец. А это ему хорошую пить водичку хочет. А ну давай, папа тебе включит. Пей водичку. Лапонька моя такая чистенькая, шелковистенькая собака. Тесечка моя, он совсем почти шерсти нет. Так после чесания Тайсон такой гладенький, шелковый становится. Так приятно Тайсика гладить, когда он такой чистенький, гладенький. Ты мою мордосечку такая. Сейчас помоет папка, что тебе? Будешь вообще самый чистый пес на земле. Самый чистый, самый красивый пес на земле. Самый мой любимый песик. Да, Тазик? Ну-ка, давай мордашку вот тут вот. Слюнявую твою тоже. Повычесываем. Собрался Тайсона кормить, а корма-то нет у нас, Тазик. Корм еще не привезли, сегодня понедельник, должны были привезти корм. Еще не привезли, а Тайсик кушать хочет, что делать будем? Чем тебе папку кормить будет? Курочкой что ли? Все, вчера последний корм я тебе отдал. Достал курочку Тайсона. Думал, сейчас кормом разбавлю. А корма-то и нету. Сейчас будем думать, чем тебя накормить, Тайс. Ну ладно, не обижайся, папка что-нибудь придумает сейчас. Голодным не останешься, Тайсон. Отвернулся такой, обиделся. Как ты мог про меня забыть? Как ты мог, папка, допустить, да, чтобы у меня не было корма? Собаку кормить нечем, ё-моё. Извините, интернет-магазин по субботам и воскресеньям не работает. Ничего, Тайсон, сейчас будешь, значит, курицу есть. Отдам тебе всю курицу. Ты мой хороший. Последний корсил, Тайсон, тебе додаю, и все на этом. Раз, два, три, еще на вечер, и все. И все на этом. Прекращаем курс. Двухмесячный курс прошли. Ну, Тазик, тебе повезло, что корм не привезли. Посмотри, сколько курицы, папа, тебе. Вчера сварил тебе курицу, чтобы добавлять с кормом. Сейчас придется половину отдать. Ну а что делать? Собака кушать хочет? Ты мой сладкий, пошли. Сиди. Кушай. Ай, как вкусно. Как вкусно.
Бульончик папкин туда залил, чтобы побольше было. My life, my love, that is my dream.